Здравствуйте всем, пацаны. Давно меня не было. Вот занялся дальнейшим подключением манипулятора. Перенес он наверх уже распределитель я. Честно, задолбался очень сильно. Шланги все, ездишь в город там чалить, размеры другие, штуцера сейчас покажу, расскажу. А то там некоторые говорят, что сильно медленно собираешь. Сейчас вот покажу. Вот, смотрите, установил я распределитель сюда. Это он у меня будет идти на лапы. Вот, две ручки. Верх-низ лапа. Клац, клац. Вот, две лапы будут отсюда управляться. Я его установил в цепи последовательно с этим верхним распределителем. Вот, сейчас расскажу все по очереди. Вот, установил его, шланги. Все новое, блин, дорого, но без этого никак. Вот, вот у меня будет средняя секция. Чем этот хороший распределитель болгарский? Секции набираются любые, то есть хоть 58 секций. Вот, подача, вот обратка в бак. Самосвал будет работать у меня, подниматься от воздуха. Вот я сделал цилиндрик, нашел воздушный какой-то, урезал его там, ход высчитал, ну то есть подача воздуха, отдал там на слив, получается масса на опуск. Снизу есть там штуцер, видно или нет, сейчас покажу. Ну, то есть снизу это на подъем кузова, ну два электроклапана и все. Можно будет еще ручку сюда приделать, как-то что-то тут хомутик, чтоб, ну, вышел рукой, если там замерз воздух, что-то еще, ну, как бы не принципиально. Все можно, шланги вот почалили по размерам штуцера, все новое. Сделал я вот такой вот, ну, на атласе и шло вообще отсюда во все шланги, но оно мне сильно не нравится. Есть там эти шарнирные эти крутилки, ну, решил сделать я сбоку, как у этого Панфинджера, ну, и у многих моделей. Вот, сделал коллектор такой я, грубо говоря, сильно еще не обваривал его, то есть, ну, до мультика. Надо запустить, крутнуть, посмотреть, как себя ведет шланга. Шланги я взял его родные, порезал там, обчаял, поехал. У нас это все есть в городе. То есть одел пожарные шланги на них, чтобы они не сильно терлись. Вон они, вот видите, лежат там. Нашел, подарили добрые люди. Ну, то есть там все ясно, сиденье еще будет. Надо с чего-то снять, какого-то троллейбуса. Вот идет на самосвал у меня, видите, шланга, вот она на самосвал. Я поставил краник на два выхода. Для чего? Один на самосвал управления, а второй я зимой чищу снег. У меня тут, ну, лопата есть. Вон она лежит, не знаю, увидите, не хочу идти. Короче, снеговая. Сейчас покажу. Ладно, давайте снеговую лопату. Она у меня ставится на КамАЗ. Нас тут заметает, бывает. Вот она, видите, лопату я свалил. Взял кусок трубы, нашел, вырезал, сварил ее. Цилиндр с чего-то нашел, тракторный. То есть, он приварил уши и чистил я и уже снег. Даже есть видео там где-то в самом начале. Кому будет интересно, посмотрите. Ой! Фух, только с Чехии приехали, там ездили, смотрели экскаваторы. Ну, короче, вот так вот все получается. Бак вот у меня гидравлический. Вместе я их делаю. Вместе бачки делаю. Вот, видно, вот вход на насос. Насос я военный нашел. 64 серии. Вот там, увидите или нет, не знаю. Вон, раздатка. Не, наверное, отсюда не видно. Но сейчас, ну, вон он там где-то должен быть. Ну, сейчас обойду, покажу слив. Вот сюда там два там слива будет. Потом расскажу, что оно делает. Короче,
Вот так уже все получается. Вот чем работаю. Что сырого уже накупил тут всяких. Я люблю, чтобы их было у меня много, чтобы я мог комбинировать. Что сыра, все новое. Вот это вот 50-70 гривен один там шланг. Сейчас отсюда покажу, как я самосвал уже подсоединил. Сегодня у нас жарко там. Вот сейчас иду дальше. Вот трубка, видите, подачи масла. Там тройник, еще дергалка будет стоять. Вот она, это дергалку еще установлю где-то там. Она в цепи получается, когда вверх поднимаешь кузов, это клапан, чтобы ограничивал высоту подъема и смыкал кузов, чтобы высыпалось все. Ну, сверху покажу вам. Вот видите, привалил тройничок, отводики. Здесь будет где-то стоять этот клапан. То есть нужно поднять вверх кузов, а потом его уже выставить. То мы его поднимем краном. То есть вот такая ситуация. Насос сейчас вам покажу, какой у меня стоит. Это я сделал плиту переходную. Это 64-й. Сейчас отсюда видно бананом военный. Видите? Вот. Еще его не присоединил. Фильтр сегодня купил. Буду завтра на даче. Сейчас вам покажу, какие фильтра я использую. Вот видите? Сейчас выйму на подачу масла. Он хорошо масло пропускает. И хоть там большой металлолом не будет попадать в насос. Ну, и дальше по системе. Завтра сделаю или там когда-то сниму обзорчик, кому интересно. Они уже есть, но это будет другая версия. Придумал я там другую схему. Ну, короче, вот такая, пацаны, ситуация. Идем к завершению. Осталось, грубо говоря, немного. Фильтр повесить. Фух. Ну все тогда. Всем привет. Работать опять начали. Сейчас опять пойдут видосы, пацаны. Все. Всем пока.